надо отметить, несмотря на то, что два моста уже сданы, работа над другими продолжается, и даже в праздничный для строителей день. Как нам стало известно, реконструкцию развязки на пересечении Мельника и Федюнинского полностью завершить подрядчики планируют в ноябре. Это на 2 года раньше, чем предусмотрено контрактом. Сейчас в кольце идет активная сборка пролетов. Если все получится, мостовики побьют свой же прежний рекорд по скорости строительства. Пока победительницей считается развязка на Мельникате. Ее соорудили за полгода. Завод 36-го мостоотряда увеличивает объемы производства, чтобы не тормозить стройку. Пролетные строения выполняются из железобетона, поэтому в цехе металлоконструкций мы комплектуем закладными деталями, анкерные блоки, ограждающие конструкции. Сегодня мы готовы начать выпуск уже 33-метровых балок для средних пролетов. Специальный выпуск программы «Тюменский характер», посвященный нашим мостостроителям, смотрите сегодня в 19:45 на канале Т+В.